Лайв-студія на сьомому каналі. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю на Донбасі. Від сьогодні новий режим тиші. Що він передбачає? Чи дійсно нарешті припинять стріляти? Будемо, власне, аналізувати разом з нашими гостями. Ігор Назаренко, політолог, вітаю вас. Володимир Сівак, помічник народного депутата, вітаю. Ярослав Католик, політолог. Вам вечір. Добрий вечір. Отож, дійсно, за півночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного припинення вогню. Утім, за повідомленням головнокомандувача штабу операції Об'єднаних сил, бойовики вже двічі відкривали вогонь по позиціям Збройних сил України. Це сталося о 20-й хвилині на першу годину, тобто через 20 хвилин після того, як у нас почався режим тиші, вже його порушили бойовики. Звичайно, з боку Росії ведуться закидання, що, мовляв, ми тут ні до чого. Але будемо розбирати все це разом з нашими гостями. Пане Ігоре, те, що вже бойовики відкрили цей вогонь, чи можна казати, що режим тиші все ж таки не відбувся? Ну, сложно вообще сказать. Честно говоря, я там не был, поэтому мне сложно судить, кто там открывал огонь. Вот. Как бы я уже привык не верить нашим чиновникам, потому что как бы им почему-то очень выгодно, чтобы этот конфликт длился, потому что это есть финансирование, это есть серые схемы, это контрабас, это очень-очень много приятных бонусов. Ну и плюс, так сказать, военные бюджеты, которые стали в этом году немножко меньше в связи с коронавирусом, но, тем не менее, все так же привлекательны. Поэтому я вместе с Леонидом Макаровичем Кравчуком исключительно приветствую, что мы пытаемся очередной раз внедрить режим тишины. И дай бог, чтобы он наконец-то получился, потому что таких уже попыток было много, и срывались они с обоих сторон, давайте быть честными. Так, але ми постійно слідкуємо за повідомленням від штабу операції Об'єднаних сил, де повідомляється, що цей режим тиші зривають саме бойовики. Але ж якщо відбудеться наступ з їхнього боку, українські військові можуть стріляти у відповідь. Смотрите, на самом деле разведение делалось для того, чтобы убрать максимально человеческий фактор. Потому что человек с автоматом в условиях боевых действий слабо предсказуем. Что с той стороны, что с этой стороны. Вот только вчера произошел самострел опытного бойца, 66-го года рождения, человек еще в Афганистане успел повоевать. Неосторожное обращение с оружием. То есть даже люди с большим боевым опытом, к сожалению, психологически неустойчивы в состоянии, так сказать, в условиях войны. У вас больше є довіра до інформації, яка повідомляється від операції Об'єднаних сил, чи від ОБСЄ? Я знаю, що на війні врут всі, як на охоті, як і на війні врут всі. І ТАСС, я і той стороні не вірю, і этой стороні не вірю. Я за то, щоб наконец-то вот ті люди, які в мірі приймають рішення, вот наконец-то как бы договорились, щоб все-таки це діло прекратити, тому що у мене є дуже велике сумнення, що на камеру вони говорять одно, а то, що этот процес длится бесконечно долго. Я не верю, что есть Россия, которая абсолютно свободна в своих действиях. Я не верю, что наши чиновники говорят правду. Я никому не верю. Вот. Я вижу, что это происходит до сих пор. Значит, в этом есть интерес всех сторон. Хороша у вас позиція, нікому не вірити. Я хочу зазначити, що наші глядачі можуть долучатися до нашого ефіру. Є телефони студії. Будь ласка, дзвоніть. Чуємо Володимира Сівака. Ну, я хочу сказать, что на самом деле все кроется действительно в такой в большей проблеме. Это проблема вообще восстановления мира. Не только по этому примеру, но и вообще. Вот последнее, что сделала Верховная Рада, да, она приняла постановление о выборах. Вот казалось бы, да, наконец-то как бы состоятся местные выборы, но опять же
Если мы говорим о Донецкой и Луганской области, то на сегодняшний день люди, которые проживают на территории, которую контролирует Украина, лишены будут права избирать областные советы. Это ненормально, потому что если объединенные территориальные громады, районные советы не могут избирать, чем они хуже, почему они не могут избирать свои областные советы? На парламентских выборах они голосовали, на президентских выборах они голосовали, а сегодня они не могут голосовать. Війна, як можна проводити вибори? Тогда почему там проводились президентские и парламентские выборы. Поймите, на той территории, яка підконтрольна, которая подконтрольна Украине, конечно. Я говорю только о территории, которая подконтрольна Украине. И это было бы показательно для того, чтобы начать первые шаги восстановления мира сегодня на Донбассе. Потому что если бы мы, и в том числе и, скажем так, отдельным районам Донецкой и Луганской области, мы бы показали, что вот смотрите, у нас люди могут реализовать свое право выбора, есть демократия, работает конституция и законы. Но Верховная Рада этого не сделала. Действительно, есть два пути решения этого конфликта. Все это прекрасно понимают. Это первый путь, это горячая фаза, это война открытая. И второй путь — это выполнение Минских соглашений. Хотим мы этого, не хотим, хорошо мы к ним относимся, плохо. Эти соглашения были подписаны, скажем так, представителями, которые участвовали в Минском процессе, и были одобрены на Совете Безопасности ООН. Поэтому мы должны, Украина должна их выполнить. А для того, чтобы она их выполнила, все эти пункты, а их там есть всего пять, это изменения в Конституцию, закон об особом статусе Донбасса, амнистия, экономическая зона и так далее, для этого нужно, чтобы Верховная Рада проголосовала за соответствующие изменения в законодательство. Потому что, допустим, закон о выборах не могут принять, который должен быть по Минским соглашениям, потому что не приняты изменения и не работает закон об особом статусе. То есть, понимаете, замкнутый круг. И для меня это удивительно, потому что президент, когда шел к власти, он говорил о том, что для него вопрос мира является приоритетным на сегодняшний день. Но мы видим, что когда надо было проголосовать за рынок земли, то они мобилизировали свою фракцию. Когда надо было проголосовать за так называемый антиколомойский закон, то они мобилизировали свою фракцию. А для того, чтобы... спекулювати на багатьох темах. Нет, это не спекуляция. Это для того, чтобы изменить ситуацию в государстве, нужно, на сегодняшний день президент контролирует полностью законодательную ветвь власти. Она полностью ориентирована на него, потому что сформировано монобольшинство. И на сегодняшний день партия президента, за которую голосовали, в том числе и люди, которые там проживают, почему-то не хочет приближать мир в нашу страну. Если они не хотят этого делать, значит, пускай тогда подают в отставку. Це зрозуміло. Зрозуміла риторика, яка часто лунає від опозиційної платформи «За життя». Дякую, Ярославе. Ну, якщо дозволите, я дещо репліки стосовно виборів, і потім перейдемо до нашої основної теми. Що стосується виборів на Донбасі, то так, дійсно, є певні питання, чому не проводяться вибори в обласній раді на підконтрольній території нашій, але разом з тим треба розуміти, що обласні ради представляють спільні інтереси всіх територіальних громад цієї області. Якщо частина території окупована, відповідно, виборці там не можуть голосувати, яким чином можна обирати раду, яка має приймати рішення для всієї області. Саме тому, як на мене, вибори і не проводяться. Що стосується виборів на непідконтрольній території, то наразі Росія до цього часу не вивела іноземний контингент з території окупованої України, відповідно, немає безпекових умов для того, щоб провести вибори. Тому тут спекулювати не треба. Є абсолютно логічні, нерозумілі речі, чому це не відбувається. Що стосується до проведення... Ось Росія навивила іноземний контингент. Да, це інтересне місце. Дуже інтересне місце. Власне, своїх військових, які вони називають... Називайте речі своїми іменами. Ну, без питань. Так називаємо їх там нєти, всі знають, що вони там воюють, всі знають, що вони обіймають вищі посади в керівництві бойовиків, і вони прикриваються тим, що начебто вони у відставці, хоча всі розуміють, що це кадрові військові. І вони повністю контролюють весь спектр питань, що стосується і військово-цивільної адміністрації, і так далі. Тому з цим, якби... Стоп, Росія контролює воєнно-гражданську адміністрацію? На Донбасі, безусловно. Ну, ті, які вступили бойові... Я думаю, президент підчиняється президенту України. Ви путаєте українські підконтрольні території і окуповані частини України. Не путайте. А там у них теж временно гражданский, так і називається. Не називається, не так, ну, так, по суті, так, що вже перепутав. Так, яка большая разница, ви тільки що говорили, ви на континенті. Спокійно, панове, давайте заспокоїмось, почуємо відповідь. Я вам, колеги, не перебивав. Так, давайте почуємо. У вас буде можливість потім вислухати. Так, що касається виборів, не виборів, а що касається прекращення огня, як по мені, це рішення, ну, граніч
встречи с государственной изменой, и мне очень обидно и вызывает очень серьезную злость то, что это решение было принято. То есть мы заключаем какие-то соглашения с людьми, которые буквально накануне цинично расстреляли украинских эвакуационную группу, которая не открывала огонь и шли по договоренности с противниками забирать тело погибшего и эвакуировать раненого бойца. Получили обстрел. В результате наш военный, он скончался раненый, потому что к нему 4 дня не допускали помощь. При этом боевики издевались над телом погибшего медика, что является просто циничным и грубейшим нарушением всех норм, не просто правил ведения войны, всех общечеловеческих каких-то понятий и нравственных каких-то ценностей. И потом мы с этими людьми заключаем договоренности какие-то, которые неоднократно уже нарушались, надеясь, и тут вопрос на что? На то, что они наконец-то начнут выполняться? Ну, абсурд, если они до этого не выполнялись. Может быть, мы хотим создать хороший имидж в глазах международных партнеров, показать, что мы настолько хотим мира, что готовы даже собственным интересом наступить на горло, лишь бы показать, что мы такие красивые и хочем мира. Вот у меня большой вопрос. Какой тут выход из этой ситуации? Да, я тоже выход, кстати, выход комбинова. Про медика поподробнее можно рассказать? Давайте про медика интересно. Ну, вы можете в новостях почитать. Я могу рассказать, который прибалтийский медик, кстати. Прибалтийский, какая разница? Да? Который оказался американским наемником. Каким наемником? Который не имел отношения, Игорь, к медицине. Я удивляюсь, что вы такое говорите. Если позвольте, отвечу на вопрос ведущего. Такой медик. Касательно выхода из этой ситуации, правильно Владимир сказал, что есть силовой метод, есть метод выполнения Минских соглашений, который, очевидно, не работает, потому что одна сторона, естественно, мы понимаем, какая сторона, Российская Федерация, ее боевики абсолютно не хотят мирным путем решать этот вопрос. Поэтому приходится использовать дипломатический. И военный компонент здесь обязательно. Нельзя убрать его и надеяться просто на дипломатию. Мы таким образом ослабляем свои позиции во имя какой-то наивного желания выглядеть стороной, которая больше всех заинтересована в мире. Так оно не работает. И я уже не говорю о том, какой моральный дух украинских бойцов после этого, когда у них объективно могут возникнуть вопросы, а что мы делаем на фронте тогда? То есть мы защищаем нашу родину, или мы тут просто статисты, за которыми должны присматривать, как за детьми, какие-то взрослые дядьки, за то, щоб ми не стріляли в ответ. Але з іншого боку, Україна дійсно найбільше зацікавлена країна, аби припинити цю війну. Звичайно, є підтримка з боку Заходу, але все ж таки болить нам, а не їм. Ну, звичайно, що болить нам, але тут не можна такими дитячими, якимись наївними речами намагатися врегулювати серйозний конфлікт. Тут необхідне соглашення, дядьки, вещь. Это то враньё, которое мы слышим постоянно с той стороны и невыполнение тех Минских соглашений. Я вас задал про Минские соглашения. Я вам ответил, Минские соглашения не выполняются Российской Федерации в первую очередь. А изменения в Конституцию, в закон Украины? Вот было подписано... Их парламент или наш парламент? Это должен делать наш парламент, но это не означает, что мы должны бежать впереди паровоза. И учитывая, 6 лет прошло, куда же? Так, подождите, военные войска... Уже много паровозов прошло. Военные отведены российские с территории Украины? А наши военные? Так а что значит наши военные? Это наша страна? Или вы забыли, в какой стране вы проживаете, Владимир? Вы сейчас о чем говорите? Владимир, вы Украины или... Смотрите, еще раз. Не надо меня это. Мне просто интересно. Вопрос о Минских соглашениях. Вы мне скажите, вы сидите, говорите, все плохо, но альтернативы не предложили. Я вам сел, рассказал, что нужно сделать для того, чтобы это все прекратилось. Нужно, чтобы Верховная Рада просто приняла законы, и все, и тогда все будет работать. Вот мне сейчас напоминает ваша риторика знаменитая, нужно просто перестать стрелять. Причем здесь это? Ну, потому что вы предлагаете абсолютно дилетантские методы решения серьезного конфликта. Дилетантские методы — это называть Минские соглашения детскими вещами. Если вы видите, что Минские соглашения не выполняются, Почему российские... Предложите альтернативу. Подождите, что значит альтернативу? Есть Минские договоренности. Почему они не выполняются, Владимир? Почему российские войска до сих пор не покинули территорию Украины? Еще раз вам говорю. Предложите альтернативу. Нет, подождите, вы мне ответите на вопрос. У вас есть альтернатива? Я вам сказал альтернативу. Мы сейчас говорим о Минских соглашениях. Вы намешали все. И российские войска, еще что-то, и так далее. А кто подписал Минские соглашения, Владимир? Так и мы их подписывали. Украина их подписывала. ОБСЕ. А кто еще подписал? ОБСЕ не подписывала. Здрасте, не подписывала. Посмотрите Минский процесс 2.
Москва. Германия, да, Франция. Я вижу, как вы знаете, Ярослав. Готовьтесь, когда приходите страна, на эфир. Так, друзья, давайте мы будем зараз ответить, тут готовьтесь, на, когда приходите на эфир. Можно профессионализме сказать, а то вы не подеретесь. Я считаю, что в данном случае подход довольно профессиональный. Если вы читали выпуски новостей, то сообщается, что данное перемирие будут обслуживать наблюдатели ООН. Эти наблюдатели ООН — это украинские офицеры, которые специализируются на разведении боевых конфликтов уже много лет в разных точках, где происходят эти конфликты. То есть мы имеем дело с людьми очень опытными, которые делегированы Организацией Объединенных Наций, и это наши сограждане. Я считаю, что это очень правильно и очень хорошо. Хорошо, Игорь, тогда ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вот они зафиксировали, что идет обстрел, что Украина не ведет, не начинала этот обстрел, а обстрельны были наши позиции. Какова дальше процедура? Как работает этот механизм? Значит, можете сказать? Там же прописано все, что там идет дисциплинарное воздействие. Конечно. То есть вот эти офицеры, о которых мы только что с вами говорили, они наблюдают за этим процессом. Так как это офицеры, кроме того, что они украинцы, они еще офицеры ООН, вот они сегодня находятся на работе в Организации Объединенных Наций. Поэтому они... Вот у меня к ним, кстати, больше доверия, чем сообщениям там, непонятных средств массовой информации, что с той, что с этой стороны и наших этих самых. Значит, так вот, идет... Там прописана схема так называемого дисциплинарного воздействия. Вот, поэтому, собственно говоря, обе стороны, когда договорились о том, что они будут воздействовать, и если кто-то там стрелял, возможно, мы сегодня-завтра увидим, что вот те люди, которые открывали огонь, если они открывали огонь с той стороны, понесли дисциплинарное взыскание со стороны своих военачальников. Там же тоже какие-то военные. Ну, подождите, они вообще говорят, что там русских военных кадровых нет и так далее. То есть я вижу, как это... Слушайте, господи, давайте, мы с вами вот, говорим... Владимир, давайте почитайте по новой. Послушайте, мы говорим... Вы все время подкидываете какую-то провокацию. Вы скажите, имейте элементарную культуру, дослушаться ответа. А вы сейчас провоцируете, было... понимаете? Вы подождите, я отвечаю на вопрос, а вы не перебираетесь. То, что вам не интересно, давайте, все-таки чуть відповідь поважати одного одного. Но вы говорите конструктивные вещи. Вы сначала... Мене чуєте. Владимир, можно я Ярославу задам вопрос? Я не могу понять. Давайте, подготовьтесь, и потом мы говорим о Минских соглашениях. Вы еще спросите, Владимир, чей Крым? Вот серьезно. Еще раз. Давай, ответ на ваш вопрос, Игорь. То, что вы говорите, я понимаю, как механизм будет работать в отношении украинских военных. Да, я понимаю, что есть четкая вертикаль, есть так называемые по садовью особы, да, все понятно. И я понимаю, каким образом украинские военные могут привлекаться к ответственности. Но я не вижу никаких реальных оснований для того, чтобы были привлечены те боевики, которые открывают огонь. А мы давайте это увидим. А что давайте значит, мы на это посмотрим. Они же сообщают нам о том, что они создали республику. Они сообщают много чего. Они сообщали, что они бомбы не сбивали. Они сообщают о том, что они создали там государство. Можно к нему относиться как недогосударство там, и так далее. Можно говорить массу разных вещей. Но они говорят, что у них есть государственность. Они говорят, что у них есть вооруженные силы. Если они заявили первое и второе, соответственно, они могут провести дисциплинарное взыскание тем, кто нарушает перемирие. Пусть они это продемонстрируют. Если они это не продемонстрируют, им же хуже. Ну, хорошо. У нас договоренность о перемирии наступает не первый раз. И они постоянно срываются. Значит, и мы знаем, с чьей стороны. Ну, я, например, не знаю. Я не могу утверждать, что... Я, например, знаю. Ну, извините, вот про ту группу людей, которые, как говорится, не допускали... Где они были? Что они делали вообще в серой зоне? Это было... Ну, с нашей стороны вышла ДРГ, диверсионная группа, и нарвалась на противопехотные мины в серой зоне. Что они там делали? Ну, ведь разведение войск же было. Разведение войск, это, знаете, такая... Вот сейчас начинается, да. Знаете, такая война и так далее. Я согласен, что они делали в серой зоне? То, что делают все военные в серой зоне. Все. Значит, дальше говорить нечем. Теперь ответьте мне на один простой вопрос. Вот вы очень много говорите про Россию, про российские военные, лязг русского оружия, топот русских коней. Я это все слышу. Мне вопрос возникает, говорю, хоть один украинец там есть на этой территории? Конечно, в Донецке? Есть. Конечно, и есть. Я считаю, что вот пока там хоть один украинец находится, мы должны сделать все, чтобы вернуть эти территории, восстановить там законодательство, и чтобы люди наконец-то получили мир. А кто с этим спорит? Ну так вы спорите с этим. Вы против. Против мира?
А против нет. Как? Ну а как? Вы говорите, нет. Что? Вы говорите, вы же за просто войну. Вы же только что сказали. Вы за мир. Панов, давайте зараз нападі. Панов, давайте, тому що зараз виглядає ось так. Все це, що всі нападають на Ярослава Католика. Давайте, давайте вести цей діалог. Зачем було мене провоцировать? Я от сейчас точно такой же, точно подобный же вопрос задаю. От точно подобного же толка. Ви за війну? Давайте. Ні, я за мир. Почекайте, ну, так звідки такі питання? Пане Володимире, з вуст Ярослава таких слів не лунало. Смотрите, це вже ви Евгений, починаєте виправляти про факти. Я не поняв ні слова із того, що сказав Ярослав. Тому що він сказав і здесь, і там, і так, і непонятно як. Я у нього говорю, молодий чоловік, предложіть альтернативу. Він говорить, я не знаю. Ви слышали, я что он говорит? Он говорит, дипломатия с военным привкусом. Это вот. Как? А вы говорите, что не знаю. Ну так а какая, вот какая дорожная ответил? Карта? Расскажите план. Себе. Вот мы делаем это первое, это второе, это третье. Вы расскажете? Владимир, а в Минских соглашениях это есть. За столом, чтобы каждый озвучил свою думку. Так я же говорю, это есть в Минских соглашениях. Свои пропозиции. Надо выполнять? Хорошо, Владимир, я вам отвечу. Даю свой план. Первое, давайте. Россия выводит свои войска. Потом на этой территории проводятся выборы. С участием всех переселенцев, которые вынужденно покинули свои дома и теперь находятся на подконтрольной Украине территории, там, где есть мир, они должны иметь право или вернуться и там проголосовать, или иметь возможность голосовать дистанционно, для того, чтобы их голос участвовал в определении тех людей, которые получат представительский мандат и получат такую легитимность и станут официальными органами власти украинскими. Потом контроль над границей, контроль украинской полиции над всего избирательного процесса. И тогда на этой территории будет мир. Но еще раз, первый пункт – Россия выводит свои войска. Когда этот пункт будет выполнен, я так понимаю, это главный пункт от вашего плана регулирования конфликта. Пане Володимире, мы чуем ваш. Ну, я хочу сказать, вот то, что вы сказали в части, допустим, вы критикуете Минские соглашения, но вы вот сказали в части закона о выборах. Он есть в Минских соглашениях, допустим. Да, есть. А на каких условиях, хорошо, вот есть, допустим, вот как вы относитесь к тому, что Минские соглашения постановили, на каких именно условиях должны входить отдельные районы? Вы снова ставите питання, да, вы не ответили на вопрос, вы снова ставите мне вопрос, так ответьте вы. И не озвучуючи свой план. Я еще раз говорю, мой план, я уже его озвучил в начале, я сказал о том, что нужно выполнить Минские соглашения. Нужно выполнять Минские соглашения. Там заложен механизм. Коли Украина виконує, а та сторона не виконує. Евгений, вы правильно сказали о том, что мы в первую очередь заинтересованы в этом. Это наша земля, это наши люди и так далее и тому подобное. Поэтому мы должны быть впереди. Вот вы говорите о том, что впереди планеты всей. Да, нужно выполнять. И нужно действительно демонстрировать, что мы готовы выполнять наши условия. Я ставлю свои питання. Коли Украина виконує Мінські домовленості? Ну, мы же видим, что нет. Виконує. Де ну, где? Ну, в части вот законодавства. Вот я говорил сейчас о части законодавства. Хоть один пункт виповнен, а я до частини режиму тишимо. В першу чергу веду. Я вам еще раз говорю, это нужно приводить конкретный пример, конкретный год, конкретный месяц, и над этим нужно разбираться. Я вам говорю о том, о политической части Минских соглашений, которую подписал, кстати, Петр Алексеевич Порошенко, который так активно ее педалировал, провел ее через Совбез безопасности ООН, и ООН постановила, что это является на сегодняшний день единственным выходом, единственным путем, как можно выйти из этого кризиса. Вас майже вот кожного дня гинуть військові на сході. Які ще дані вам треба? Я еще раз говорю. Есть механизм, который заложен в Минских соглашениях. Все прописано. А почему? Его просто нужно выполнить. Вот и все. Почему президент его не выполняет, я не знаю. Почему власть его не выполняет в лице его партии, я тоже не могу понять. Хотя они шли именно под лозунгами того, что они будут менять страну и что они восстановят мир. Это было одной из приоритетных задач. И для нас сегодня это является самой приоритетной задачей. Долучаємо до нашої розмови військового спеціаліста, з нами відеозв'язком Олег Жданов. Пане Олеже, вітаємо. Доброго вечора. Дуже непроста дискусія в нашій студії. Хотілося б від вас почути, чого нам чекати від чергового режиму тиші і як діяти Україні, якщо він буде порушуватися, тим паче за повідомленням штабу операції Об'єднаних сил вже такі випадки є. Нічого не чекати, тільки може бути збільшення кількості втрат в зв'язку з тим, що ми припиняємо вести постійну розвідку і контрснайперську боротьбу. Тому втрати можуть зрости, і напад противника може бути зненацька. Більше нічого. Ми пообіцяли самі собі, що ми припиняємо вогонь. Тоді як тут бути Збройним силам України, якщо буде вестися наступ? Відповідати?
Вони сказали так, що відповідати треба узгодити це з ОБСЄ і з тією страною. Дивіться, головна проблема взагалі цього конфлікту і вирішення питання миру, то це проблема в тому, що ми не можемо дати політичну оцінку, тому що зараз хто ж ці таємні чи невідомі бойовики, яка їх належність, яка їх національність і таке інше. Ось в цьому полягає вся проблема. Дивіться, як Росія нас кинула в буквальному смислі цього слова. Вони нас похвалили за ініціативу припинити вогонь, а потім конфлікту, і вони не відповідають за ту сторону. Так ось корінне і головне питання – це хто та сторона. Цього, пане Олеже, чи треба сідати за стіл перемовин саме з представниками так званих ЛНР, ДНР? Ні в коєму випадку не можна сідати з представниками цих самопроголошених республік. Поясню чому. Тому що ці люди не приймають ні політичних, ні воєнних рішень. До речі, на сьогоднішній день ситуація такова, що ці два псевдокерівника навіть не знають, коли, з якого виду озброєння і на якій ділянці лінії зіткнення буде здійснено обстріл наших позицій. Тому з ними нема сенсу, просто логічного сенсу немає з ними розмовляти. Всі рішення приймаються в Кремлі. І от з Кремлем і треба розмовляти. Іначе буде такий хоровод, який ми зараз пляшемо по колу вже шостий рік. Пане Олеже, буде ще там кілька питань до вас, але я прошу режисерів ще раз перенабрати Олега Жданова, тому що інколи проривається зв'язок. Будь ласка, ще раз наберіть, буквально за 5 хвилин. Я знаю, треба відпускати пана Володимира. Ваше заключне слово. Ну, я уже, в принципе, я же говорю, я свою позицию высказал. Если мы говорим о том, что нужно привносить мир, так вот мы видим, что на самом деле самое ужасное – это то, что власть не хочет этого делать. И вот последнее постановление о выборах это явно показало, что вы людей, фактически, которые проживают, наших граждан, которые проживают на подконтрольной Украине территории, лишили права избирать свои областные советы. Поставили там военные администрации, и военные администрации там пилят бюджеты и так далее, и занимаются всем тем, чем должен заниматься на самом деле. Понимаете, здесь вопрос в том, что на сегодняшний день в этих военных администрациях сконцентрирована полностью вся полнота власти. И мы видим сегодня, ну, это ненормально, когда, вы понимаете, когда вот наместник президента управляет там, скажем так, ну, управляет на этой территории. Потому что люди имеют право на свою власть, имеют право избрать своих представителей туда, имеют право сформировать там органы местного самоуправления. И это нормально. И это будет первым шагом для того, чтобы восстановить там мир и, ну, скажем так, восстановить государственные институции Украины. Так, але якщо до цих органів місцевого самоврядування увійдуть ці люди, які зараз ведуть Україну, війну проти України. Здесь вопрос в том, что закон о выборах четко прописан, кто может участвовать в выборах, и какие и только украинские политические партии могут участвовать в выборах. Поэтому, если вы говорите... Але ж під їхніми знаменами може пройти будь-хто. И там есть самовыдвижение, здесь, кстати. Смотрите, здесь, ну, самовыдвижение – это в ОТГшках. Мы сейчас говорим про областной совет. Вы же, Ярослав, тоже должны знать, вы же компетентный. Я и говорю, что вы просто манипулируете, говорите только об областных советах, а есть поселковые советы, сельские. Вы не знаете избирательные системы, ни минских, ни избирательных. Очень смешно, Владимир. Поэтому я говорю, смешно слышать что это от вас. Должны украинские политические партии там будут принимать участие. Ну что, понимаете, с такой логикой, Евгений, что нам не доверять политическим партиям или избирательным на всем. ОПЗЖ так точно. Если бы доверили ОПЗЖ власть, то все би це змінило. Ой, тут лише питання в тому, якою ціною. Дякуємо вам. Володимир Сівак, помічник народного депутата, був гостем нашої інформаційної години. Ще раз долучимо до розмови Олега Жданова. Олеже, вітаємо. Так, добрий вечір ще раз. Отож, дивіться, Росія тут, як вона заявляє, ні до чого. Сідати за стіл перемовин з представниками так званих ЛНР, ДНР також не треба. Тоді як має діяти Україна? З ким вести перемовини?
Україна повинна визначитися. Ми, як держава, повинні дати політичну оцінку того, що коїться на сході України, що коїться на Донбасі, і визначити, хто сторона конфлікту. Крім нас, цього ніхто це ніхто не зробить. І я, до речі, от коли кажуть, що Захід втомився від України, це саме те і є, що вони втомилися очікувати від нас політичної оцінки цих подій. Поки ми цього не зробимо, ніхто за нас цього не зробить. Тоді питання в іншому. Чому законодавчо Україна чітко не пропише, що у нас іде російсько-українська війна? Дуже слушне запитання. І я би сам хотів на нього почути відповідь. Я чекав цієї відповіді від президента Порошенка, тепер чекаю від президента Зеленського. Компетенція і суто його політичне рішення. Він повинен чітко встати і сказати, яка в нас політика, яке в нас відношення і взагалі яким шляхом ми, і яким курсом ми будемо йти в вирішенні цього питання. Я ще раз вам дякую, що ви долучилися до роботи лайв-студії. Спасибі, що відповіли на запитання. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами відеозв'язком. Пане Ігоре. Що ви хочете услышати? Ви кажете про те, що не знаєте, хто ж веде війну проти України на Сході. Значить, смотрите. Тому чому законодавчо ми не можемо чітко прописати, що з нами воюють російські війська? От, смотрите, у нас дуже просте таке примітивне видіння окружаючого світу. От, є воєнний конфлікт, є Кремль, все рішається в Кремлі. А я вважаю, що не в Кремлі рішається. Я вважаю, що рішається в якомусь другому місці, навіть не в Вашингтоні. Я не знаю, де це місце, де цей остров, де цей замок, де приймаються рішення. Ну, вони приймаються где-то. І Кремль точно так же відпіарює свою частину гри, як всі інші, як Порошенко. Ми ж смотрели відеозаписи, як він прекрасно спілкувався з Путіним. Тому що оба актери, оба грають роль. Этот Путіна, а этот роль ще Порошенка. Треба довести справжність цих аудіозаписів. Поэтому я ще раз говорю, що на самом деле є таке явление, як воєнний девелопмент. Когда какие-то очень крутые государства решают, что есть несостоявшиеся государства. Мы, к сожалению, относимся к списку несостоявшихся государств. Эти несостоявшиеся государства делятся на три категории. Не могут, но хотят, хотят, но не могут и не хотят. Мы, скорее всего, можем, но не хотим. Что это за список? Это читаем Парижские соглашения 2005 года. И вот в этих категориях мы находимся в одной из этих категорий. У нас, извините, развязали войну. Мы тратим мы уже утратили промышленность, мы уже утратили экономику, мы уже продали свое население в Европу, которое там собирает урожай и моет унитазы. Мы при этом мы несем огромные финансовые потери, ведя боевые действия, непонятно с кем. А я подчеркиваю, непонятно с кем. Кто стоит там за теми, кто стоит за Кремлем, кто стоит дальше. Значит, у нас отбираются средства, ресурсы, нам даются деньги под жесткие условия. Вот вы должны это сделать, вы должны это сделать, не дай бог вы не сделаете. То есть это называется военный development. Это формулировку не я придумал. То есть из нас делают нечто, лепят. Медленно, но довольно, так сказать. И Россия всего лишь один из игроков этого девелопмента. И я подозреваю, не главный. Отже, ви прихильник не знає такої, того ж змови певної. Рептилоїдов. Хоча хто з ким змовився, я не знаю, хто з ким змовився. Мене не пускають туди. Я, так сказати, не сижу за столами, свічку не держу. Но я, як, так сказати, як чоловік аналізуючий, вижу дуже багато речі, які не состиковуються. Більше того, ви теж це бачите. Общення Путіна і Порошенка. Уж хто як не відпіарювався, не вистраював свій імідж. Я, от Порошенка, я Путін, это он. Ну, мы же это все видели, мы это все переживали. Вот этот вот режим, этот армавир, сколько ж было шума. Оказывается, они прекрасно общались. А я сразу говорю, що не хороше аудіозаписи ще не є доказом, що вони дійсно є справжні. А так не надо були аудіозаписи. Виходила Юлія Володимирівна Тимошенко і перечисляла підприємства, які прекрасно діють в Росії у Петра Олексійовича. Вже 100 разів п'ятий президент відповідав на це питання. У нас є дзвінок глядача. Вітаємо, як вас звати?
Добрый вечер. Добрый. Восхищение вызывает единственный человек за 30 лет. Игорь Назаренко сказал истину. За 30 лет единственный человек сказал истину. Это все люди одной банды, одной шайки. Абсолютно он правильно сказал. Я преклоняюсь перед его аналитическим мышлением. Это чудо. Приглашайте его все время. Его очень приятно слушать в студии. Спасибо. Дякуємо вам, спасибі за дзвінок. Спасибо. Ігор Назаренко. Диво, так вважає наш глядач. Ну, кожен має право на свою оцінку, на свої судження. Спасибі, Ярославе. Ну, як бачимо, військовий спеціаліст підтвердив те, що ми і так всі знали, хто з нами веде війну. І я абсолютно згоден з його точкою зору стосовно того, що жодних перемовин з ДНР, ЛНР бути не може, тому що таким чином ми самі їх легітимізуємо. Тобто ми говоримо нашим західним партнерам, що ми ведемо війну з Росією, а самі чомусь укладаємо якісь договори з ДНР, ЛНР. Це як мінімум непослідовна позиція, і це об'єктивно визиває певну розгубленість наших партнерів, що ну, ми ж вам допомагаємо у війні з ким. Тому тут питання, на жаль, дуже серйозне до Офісу Президента і самого Президента України, які ведуть непослідовну політику. Їм треба визначитися і не допускати оцих маневрів вліво-вправо, тому що вони, на жаль, нічим хорошим не закінчаться і плюсів державі не приносять. Якщо є хвилинка, ще хотів би розвінчати ті маніпуляції, які, про які говорив мій колега Володимир. Він пішов, не може опанувати, тому я просто не буду нові тези вказати, просто відповів на те, що говорив він. На підконтрольній території України наразі не проводяться вибори лише до обласних рад. Вибори до сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, вибори до депутатів районної ради, вони будуть відбуватися. Тому що це певні райони, це певні території, і вони отримують своє право на самоуправління. Питання лише в обласних радах. По ним наразі вибори не проводяться з об'єктивних причин, тому що вони стосуються всієї області. І не можуть лише частини, тому що це буде протирічити Конституції України. Ну, але ну, такі вже у нас дійсно відбуваються речі. Треба виходити з реалії, треба розуміти, чому приймається те або інше рішення, і треба говорити про це ну, відверто, а не вдаватися до якихось конспірології, маніпуляцій і так далі. І ось цей наступний режим тиші, до чого може призвести, чи призведе взагалі, чи нам у нас ще буде таких режимів тиші багато? Я думаю, що буде, на жаль, дуже багато їх, тому що Російська Федерація не хоче визнавати, що вона веде війну, вона не хоче миру, і вона, відповідно, не дає таких наказів своїм підлеглим з ДНР, ЛНР, які б мали виконувати Мінські домовленості, і ті домовленості, які існують, щоб вони могли б якось якимось чином вирішуватися і забезпечувати мир. Цього не відбувається. А коли одна сторона не хоче миру, то будь-які домовленості, вони абсолютно безсенсові. Немає в них ніякого сенсу, тому що буде лише брехня і так далі. Тому дійсно, я погоджуся з колегою, з військовим спеціалістом, який говорив, що це призведе лише до втрат з української території, тому що ворог буде цинічно ці домовленості порушувати, а ми не зможемо, тому що у нас є посадові особи, вони несуть персональну відповідальність. Тому ми самі собі, на жаль, робимо гірше. І гірше за все те, що наш головнокомандувач, він приймає такі рішення, які несуть пряму загрозу українським військовим. Як на мене, це просто межує з державною зрадою. Отже, вірувати у вас у те, що цей режим тиші принесе мир в Україну? Ні, абсолютно не вірю. Пане Юрію. Ні, не буде міра в результаті іменно цього режиму тишини, тому що читаємо твіттер посольства Сполучених Штатів, там опять йде риторика об українсько-російському конфлікті. Тут буде, я сказав би, навпаки, російсько-українському. Ну, хорошо, пусть буде так. Дякуємо вам. Ігор Назаренко, Ярослав Католик були гостями цієї інформаційної години. Говорили про те, чого ж нам чекати від чергового режиму тиші, який від сьогодні, від опівночі, встановлено на Донбасі. Ви почули думки, все ж таки, сподівань у краще було дуже мало. Давайте все ж таки дивитися далі, чим це може закінчитися. І вже далі будемо аналізувати, як має діяти Україна, аби нарешті у нас настав мир. Для вас працював Євген Салтан. Далі дивіться підсумковий випуск новин.